Час я все буду повторять. Муж может, еще раз, муж может разводить его жена только сначала, если она совершает прелюбодеяние. Первый. Если она совершает прелюбодеяние. Второй. Если она сказала, что я не могу жить с тобой, муж моя. Я не могу жить с тобой, муж мой, потому что ты сильно веришь в Бога и соблюдать эти все законы. А я не хочу. Я хочу развестись с тебе. Только про этого муж может развестись ее. А третий. Муж может. Может жениться с другом женщиной или девушкой, если его жена уже умирала. Если она уже умирала. А жена может развестись муж, если муж сказал, что я не могу жить с тобой, потому что я вижу, что ты очень сильно любишь соблюдать все эти законы и верить, и ты веришь в Бога. Я не хочу это. Я хочу развестись тебе. Да, жена, про этого ты можешь развестись его и выйти замужем с другом, муж, только муж, который верит в Бога и соблюдает все наши Бог законы. А второй, жена может выйти замужем, если ее муж уже умирал. Дальше. Мы открываем сейчас. Книга Римлянам, глава 7, стих 1. Я это буду повторять здесь, что мы прочитали раньше, в 1 Коринфянам, глава 7, стих 39. Открывайте, пожалуйста, Римлянам, глава 7, стих 1. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана с законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Еще раз. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Дальше. Стих 3. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеисею. Еще раз. Если при живом муже ведет за другого, если когда свой муж еще живет, а ты выйти замужем с другим мужчиной, это называется прелюбодеисею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеисею, вышедший за другого мужа. Если свой муж, он уже умирал, да, ты уже свободен. Ты можешь выйти в замуж. А если твой муж, он еще живет, вы не можете. Ты никогда не можешь.
наш Бог не любит, Он не любит развод. Но муж, еще раз повторяю, может давать разводное письмо к жене его, если первый она совершает при любодеянии. Второй, если она не верит, и она не хочет соблюдать наши Бог законы, и сказала, я не хочу жить с тобой, мой муж. Я хочу развестись тебе. Да, вы можете развестись ее и забрать другой жена. Третий, если она уже умирала. А жена, вы можете развестись свой муж, если первый. Он не верит в Бога, и он никогда не хочет соблюдать наш Бог законы. И он сказал, я хочу развестись тебе. Я не могу жить с тобой. Ты очень сильно веришь в этот закон и наш Бог. Я это не хочу от тебя. Я хочу тебе развестись. Да, девушка, женщина, ты можешь развестись его. А второй. Женщина, вы можете выйти замужем только когда твой муж уже, когда ты уже развестись его, потому что он не верит в Бога, и он хочет соблюдать эти законы и сказать, что он хочет развестись тебе. А тоже, если он уже умирал. На эти две ситуации, вы можете развестись его. Если у тебя ухи, слушайте наш Бог заповеди. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.